Авик. Сегодня со мной Аделина, Себастьян Фукрас, Жан-Люк Кретье, Надя Дюмон, Элен Лете, Жан-Франсуа Даро. Прошу, прошу. Вот и почтальон ко мне. Самсон, так хорошо, умница, молодец. Мне не терпится узнать, кто будет сегодня играть. Ключи от форта Бояр. При участии Генерального совета Шаранты. Программа предложена Жаком Антуаном, Жан-Пьером Метресеем. Программу представляют Патрис Лафон и Сандрин Домингес. Программу подготовил Дидье Люка. Режиссер Бернар Фламан. Художественный директор Мари Франс Бриньер. Лабуль, плечи развернуть, живот подтянуть. Есть, сэр. Филиндры держать равнение. Есть, сэр. Руки по швам, по швам. Есть, сэр. А вы, юнги, подтянитесь. Есть, сэр. Факел. Есть, сэр. Есть, сэр. Есть, сэр. Есть, сэр. Есть, сэр. Олимпийские игры форта Бояр объявляю открытыми. Саботаж. Саботаж. Я всех приветствую. Привет, Патрис. Форт Бояр в вашем распоряжении, Сандрин. Я рад, что мы снова вместе. Все хорошо? Да, очень хорошо. Прекрасная команда. Сегодня отличная команда. Я имею в виду не физическую подготовку. Вот как? Шучу, шучу. Это шутка. Итак, команда. А капитан сегодня женщина Аделина. И кто же? Аделина. Добрый день, Аделина. Добрый день. Аделина, представь нам свою команду. Хорошо, это Себастьян, лыжник, акробат на лыжах. Значит, и без лыж тоже? Да, возможно. Прыгун. Чемпион мира этого года. Себастьян? Да-да, это так. Он скромный, скромный. Да-да, он сказал да. Жан-Люк тоже лыжник, точнее, горнолыжник. У него много разных побед. По-моему, в Олимпийских играх он участвовал. Да. Надя, да. Каратистка. Имейте в виду. Ален тоже каратист, очень сильный. Это видно сразу. Да. И, наконец, наш интеллектуал Жан-Франсуа. Что ж, хорошо. Отличная команда, да? Неплохая. Карате, лыжи, интеллектуал. Первые впечатления от форта Бояр. Кто хочет поделиться? Жан-Франсуа, вы у нас интеллектуал. Прекрасное сооружение. Прекрасное сооружение, очень хорошо. И еще что скажете, Жан-Люк? Форт меньше, чем вы думали. Вы убедитесь, он намного больше, чем вам кажется. Вот, побегайте по лестницам, Сандрин и паспорту, мне легче. Я бегать не буду. Кстати, какое общество? Так, помоги детям. Общество называется «Помоги детям», оно заботиться о детях, которых притесняют и сексуально домогаются родители и родственники. И общество собирает деньги, чтобы помочь этим детям. К тому же оно может выступить истцом на суде. Это очень важно. Это интересно. Это интересно, но к тому же вы хотите выиграть много денег для этого общества. Разумеется. И я не вправе говорить, оставь это паспорту, что вы выиграете. И все же где-то там в глубине души надежда. Какой он добрый, спасибо. Да, да. А какой красивый и какой ловкий. Ладно, ладно, хорошо, отлично. Меня не купишь. Так, кто будет нырять? Наш друг. Хорошо, ладно, пойдешь с Сандрин. Да, идем. Кто будет интеллектуалом? Ты пойдешь с Пастамом. Мы в тесном кругу. Несколько ребят, девушек. На игру отводится 80 минут. Да. Она начнется с ударом гонга по месье Лабулю. Нет, с ударом месье Лабулю по гонгу. Месье Лабуль, прошу вас. Да, есть, сэр. Хорошо, внимание. Время пошло. Когда прозвучит второй удар гонга, вы должны быть в сокровищнице. Игра закончится, и вам останется только забрать золото. Но прежде придется выкладываться и потеть. Вас выжмут, как лимон. И вот первое испытание. Старец Фура и Жан-Франсуа. Поглядим.
Волосы треплются, страницы взлетают, сети колеблются, ключи и те играют. Так, спокойно, у нас гость Жан-Франсуа. Добрый день. Добрый день, старец Фура. Сами видите, как разыгрался сегодня ветер. Посмотрим, не подскажет ли он вам правильный ответ. Слушайте. Очень свойственно это мысли философа и поэта. Во враге она опасна, а в море порой ужасна. Кто она такая? Я повторяю, очень свойственно это мысли философа и поэта. Во враге она опасна, в море порой ужасна. Кто она такая? Дух, пучина, скала. Так, где-то рядом скала. Рядом, давайте, давайте. Скала, наверное. Все, поздно. Это глубина. Глубина. Ну да, мысли и море. Главное, не кануть в ее бездну, как сейчас. Вот так. Не получилось, ступайте. Жан-Франсуа сегодня не блещет. Первый ключ в море, так что доставать его тебе. Советую спуститься вниз, а там прыгнуть и вплавь за ключом. Отсюда? Высоко? Лучше сразу. Хочешь сразу? Да. Ладно, только смотри осторожно. Хорошо. Ключ рядом. Отлично. Смотри, здесь сильное течение. Надо же, просто здорово. Хорошо. Отлично, ты хороший пловец. Ты замечательный пловец. Скорее сюда, поднимайся. Поднимайся. Еще немного. Вот видишь, и сеть на что-то годится. Как красит мужчин преодоление трудностей. Да. Зубы сжаты, значит, ключ в надежных зубах. Дай мне его сюда. Спасибо. Скажешь спасибо Жану Франсуа и Фура, когда отправят тебя на очередное испытание. А сейчас разойдемся, тебе надо переодеться и присоединяйся к команде. Итак, наш интеллектуал, кажется, не такой шустрый, как представлялось. Перебрал накануне. У меня такое впечатление, что вот он, вот не он. Не надо было пить, негодник. Да я прямо из Лондона, с банкета. Из Лондона? Это не оправдание. А вот старец Фура на банкете не был и обставил тебя по всем статьям. Мы в этом не сомневались, но ничего страшного. Во всяком случае, Ален и Сандрин возвращаются. Вот они. Я одна, Ален. Он не Нет, с тобой? Нет, Ален. А, он приводит тебя в порядок. Понятно, да. Ясно. Так, и так у вас ключ, и должен сказать, я им просто восхищаюсь. Спасибо. Как лыжникам. Боюсь, мое восхищение пойдет на убыль после этого испытания. Первый ключ уже есть. На спуске ты летишь как ядро. Да, в некотором роде, да. Скорость огромная, и ты будешь делать вот так, приближаясь к трамплину. Ниже, ниже, ниже. Я не собираюсь прыгать с трамплина. Ну, какой из меня горнолыжник, и когда ты с него прыгаешь, ты делаешь так и вот так. Как элегантно. Он ослепителен. Покажи, да? Сам покажи. Делаешь так и так. Так и так. Именно то, что надо. Не хочешь попробовать? Нет, не могу. Ты очень любезна. Паспорту. Что, уже начинаем? Начинаем. Твой дебют. Зайдешь и будешь получать указания отсюда. Там такой ящик, поставишь его прямо перед качелями и хорошенько прицелишься. Да, дорогие телезрители, это совсем новое... Приключение. Испытание. Испытание, да. Так. Я уже заговариваюсь. Начали. Давай, начинай. Итак, что надо делать? Надя, будешь следить за часами. Кто будет выкрикивать через дверь команды? Ты, Аделина? Так.
Надо попасть точно в цель. Вот качели, он закладывает ядро на один конец и целит прямо в бочку, которая на одной линии с качелями. Надо заложить ядро в бочку, всего их три, и надо попасть в каждую из них. Сейчас он постарается и попадет. Есть! Есть! Теперь вторая бочка. У него такие мощные ноги, и сейчас будет проще, чем с первой. Давай. Давай, действуй, действуй. Надо бы потише. Слишком сильно отталкиваешься, слишком сильно. Почти попал, почти. Чуть точнее. Ну что, надо его поддержать? Давай, Жан-Люк, давай, давай. Давай. Давай, скорее. Давай. Прошла половина времени. Есть. Теперь третья. Давай, давай, Жан-Люк. Смотрите, ключ опустился. Если попадет в третью бочку, надо сразу брать ключ. Ключ рядом. Слишком сильно. Слишком сильно. Эта бочка немного поменьше. Давай, давай, давай. Давай, время еще есть. Давай, Жан-Люк. Давай. Давай. Есть. Есть. Бери ключ, бери ключ. Бери ключ, давай. У вас потрясающее начало. Отлично, молодец. Здорово. У тебя здорово получается. Неплохо. Покажи нам, как ты прыгал на качели. Да, ясно. Погоди, покажи еще раз, чтобы будущим игрокам было понятно, как это делать. Вот так. Вот, держи паспорту. Пусть лучше будет у тебя, а то я... Второй ключ продолжаем, нам сюда. Жан-Люк Кретье, четвертое место в спуске и слаломе на Олимпийских играх в Альбервилле. Это было просто здорово. Я побаивался, что могу промахнуться, но все-таки пристрелялся. И теперь чувствую себя немного корсаром. Подтянитесь, подтянитесь. Скорее. Какое несравненное начало, несмотря на относительную неудачу Жана Франсуа. Его выручил Ален, который присоединился к нам. Жан-Люк, теперь я восхищаюсь вами еще больше. То же самое я хочу сказать и Аделине, когда она выйдет из камеры, перед которой мы стоим. Но ты же не Аделина? Нет. Я тронут, убери руки. Да, теперь твоя очередь. Рано или поздно это случается. У тебя и так очень много поклонников, а теперь будет в три раза больше. Да. И полный триумф, потому что в этом испытании почти никто не побеждает. Разве что Сандрин, но без телекамеры. Если интересно, могу из камеры. Нет, нет, не сейчас. Паспорту. А ты убери руки в карманы и стой спокойно. Сама увидишь, это очень непросто. Зато удивительно красиво. Господа... Что? Да, это чувственно. Этим испытанием интересуется даже паспорту. Так, внимание. Давай, Аделина. Аделина, спокойно, очень спокойно. Поднимайся по ступенькам. Время пошло. Так, надо лечь на живот. На животе, на животе. Потихоньку. Потихоньку на животе, потихоньку. Сначала потихоньку. Надо... Надо следить за временем, потому что в этом испытании... Не спеши, время есть. Очень осторожно, соберись. Спокойно, спокойно. Ты же актриса. Спокойно. Не нервируй ее. Пока просто замечательно. Главное удержаться. Так, очень хорошо, спокойно, продолжай, давай. Времени еще много. Потихоньку. Так, да, отлично. Осторожно. Это самое трудное. Нет. Давай, все сначала. Сначала, сначала. Вот глупо. Жалко. Делай то же самое. Только спокойно. Спокойно. Время есть. Про время не забывать. Нет, нет, нет. Ей надо обязательно успеть выйти. Время у тебя есть, давай. Хорошо, Аделина. Отлично, Аделина, отлично. Отлично, Аделина. Половина времени. Продолжай. Хорошо. Время есть? Она точно увидела, где находится ключ. Да, я думаю, он в конце пути. А ключ заметила? Да, держись. Тихо. Это так трудно. Не надо ее нервировать. Спокойно. Спокойно. Ой! Сначала, сначала, сначала. Аделина, слышишь? Давай.
Нет, 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 нет. Смотри внимательно. В самый последний момент ей надо успеть выбраться оттуда. Или она станет пленницей. Отлично, давай, давай, давай. Так, спокойно, потихоньку. Давай, не волнуйся. Нет, зацепись, чуть вперед. Следите за временем. Зацепись. Надо бы побыстрее. Давай, спокойно, давай, давай, времени мало. Так, потихоньку, потихоньку. Молодец. Стоп, стоп, быстро выходи, давай, выходи, давай. Выходи. Вот так. Можно ей поаплодировать. Отлично, браво, молодец. Браво. Мало кому из женщин удается пройти так далеко. Наверное, помогли большие мотоциклы, ведь ты водишь огромный мотоцикл, так? И потом твоя ловкость, твоя... Скорее, шаттл. Шаттл? Во всяком случае, ты дошла почти до конца. Это такая редкость. Да, но вот этот последний, да, последний. И перед этим ты упала два раза, тоже перейдя два первых барабана. По-моему, последний самый трудный. Она прошла намного больше, чем многие женщины. Молодец. Ну, не знаю. Молодец, хорошо. А теперь на третье испытание. Живо, живо, живо. Живо, живо. Так, Аделина, слушай меня, ничего страшного. Потому что и в поражении, и даже в поражении ты была великолепна. Да, спасибо. Да. Замечательно. Тебя что-то угнетает, Жан-Франсуа? Ничего, все отлично. Ладно, Себастьян, да. Так, Себастьян, тут все-таки снаряжение лежит без дела. Тебе поможет наш товарищ. И ты, поскольку ты специалист по части акробатики, акробатикой и займешься. Проветришься немного, потому что это будет снаружи, на внешней стене форта. Так. У тебя бывает головокружение? Зачем указывать? Он знает свое дело. Высота 12-15 метров тебя не пугает? Ну, 12-15 метров – это высота, на которую я взлетаю, совершая прыжки. Но это над землей, так что, пожалуй... Нет, так нет, или иначе, у тебя будет страховка? Да. Во всяком случае, там, снаружи, будешь передвигаться по узким выступам снаружи, на стене. Ты меня понял? И там, в конце пути, ты увидишь ключ. Да. Но знай, если не успеешь, ты пленник. Нет, это надо сказать. Ты должен вернуться сразу, как закричим. Надо безотрывно следить за временем, потому что вернуться ты можешь только тем же путем. Понятно? Да. Ну, давай. Погоди, паспорту, погоди. Я направляюсь... Потихоньку. Я потихоньку направляюсь... Начали. Давай, давай. Теперь главное следить за часами. И если он не доберется за половину времени, будете кричать, чтобы возвращался. Кто встанет к дверям? Ты можешь кричать очень громко, во весь голос. Я помогу. Так, он уверенно продвигается по внешней стороне форта. А сегодня к тому же такой ветер. Что ты сказал, Жан-Франсуа? Да нет, так. Так, идет вперед. Так, скоро, скоро так, доберется. Так, остается все меньше. Времени еще более чем достаточно. Давай, Себастьян. Так. Давай, давай. Так и продолжай. Как это тяжело. И ступить не на что. Тут еще такой сильный ветер. Сердце замирает. Как в цирке. Так, прорвемся. Только не надо особенно задерживаться. Ты подошел к ключу. Важно помнить, что ему еще придется возвращаться. Так, еще чуть-чуть. Там ключ на высоте 15 метров. Так, 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 он уже ближе. Вот, влез. Молодец, теперь он заберет. Готово, гениально. Хорошо, назад. Теперь важно не уронить ключ. Не уронит, не урони ключ. Нет, что ты, не надо повторять все, что я говорю.
За часами ты смотришь? Спокойно, время у него есть. Время есть, Себастьян. Иди спокойно. Он спокоен. А я нет. Мне так страшно. Спокойно, спокойно. Так, со временем, по-моему, все нормально. Но надо вернуться и не уронить ключ. Все будет в порядке. Так, давай, 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 давай. Давай, Себастьян. Только бы удержался. Порядок, все нормально, никаких трудностей. Он работает на публику. Нет, что ты. Я же вижу, как это трудно. На публику. А теперь надо поторопиться. По-моему, он уже рядом с нами. Давай, Себастьян, возвращайся. Все, есть. Давай, скорее. Возвращайся. Победа! Знаешь, Жан-Франсуа утверждал, что ты просто работал на публику, а у меня такое впечатление, что у тебя руки ходуном ходят. Нет, нет, было совсем непросто. Ты не был уверен? Как же тебе все-таки удалось? Не смотрел вниз. Про это мне толковали не один раз. Нельзя смотреть вниз, вот я и не смотрел. Но там и ухватиться-то особенно не за что, да? Я старался быть точным, выверял каждый шаг. Очень важно, когда, например, играешь в баскетбол, быть сверхточным. Я скорее прыгун. Прыгун. Можно упасть на спину, и поэтому очень важно быть точным. Сверхточным, чтобы не упасть. Именно поэтому мне и удалось собраться, и все. Хорошо. Сколько ключей по паспорту? Три ключа. Три ключа. Вперед за четвертым. Вперед. Давай. Живо, живо, живо. Себастьян Фукрас, чемпион мира по акробатике на лыжах. Чтобы не закружилась голова, надо было не смотреть вниз. Я так и сделал. Вниз не смотрел и очень тщательно выверял буквально каждый шаг. Какая красивая картина. У нас сплошные красоты. Сначала Аделина, потом Себастьян завис на стене. И еще... Где же Сандрин? А, вот. Да, ты немного устала. Вот три ключа. Это ключи от Форта Бояр, а ключник паспорту. Рад служить. Погодите, кого-то не хватает? Да, мы потеряли Надю. Дикарка сцапала ее. А, дикарка. Про эту дикарку никто толком не знает. Однажды появилась тут в форте, она немая. И сейчас показывает Надя. Погодите, пожалуйста. Что можно выиграть? Не один золотой, заключая пари на монеты, которых всего 9. Вот она показывает у себя на груди монету с белой стороной. Главное не выбрать монету, у которой обратная сторона белого цвета. Если обратная сторона окажется белой, Надя проиграла, и тогда с ней любезно распрощаются. И вот дикарка показывает ей все 9 монет. Надя хочет взять одну. Нет, нет, ни в коем случае. Так, она просто покажет на одну из монет. Она выбирает, например, эту. Дикарка осторожно переворачивает ее. Эти монеты требуют бережного обращения. Она угадала, у нее уже 2 монеты. А теперь пойдет ли Надя дальше? Можно удвоить выигрыш. Да, она пойдет дальше. Она может выиграть. Она продолжает и... Снова выигрывает. Да, снова выигрывает. Как ты угадал, знал заранее? Да. Он знал заранее. Странно. Итак, теперь у нее 4 монеты. А будет ли продолжение? Да. Она продолжает. И вот дикарка переворачивает золотой. Есть! То есть теперь у нее 16 монет. Так, посмотрим. Ей предлагают кошелек. Возьмет или продолжит? Как ей, по-вашему, быть? Нет. Еще, еще. Она продолжает. Надо остановиться. Она продолжает. И так остается 6 золотых. Она показывает на последний. Есть! Теперь у нее 32 монеты. Еще раз, последний. Еще раз. Так, так, смотрим. Хорошо. Есть. Отлично, 64 монеты. Она остановится. Играть? По-моему, пора. Хватит, хватит, все. Замечательная игра. Я никак не ожидал. Она просто молодец. Да, дикарка может подстеречь вас где угодно, так что посматривайте направо-налево, она налетает коршуном. Берегитесь, ребята. Да нет, для мужчины скорее приятно, когда на него налетает голубка-дикарка. Браво. Хорошо.
Итак, теперь, ну, попросим Алена. Что? Выходи. Не бойся, Ален. Когда ты бьешься с противниками вот так, на чемпионатах по карате, вы там извиваетесь, как угри, туда-сюда, как настоящие угри. Это так, да? Нет, в карате не совсем так. Не совсем? Ладно, хорошо. А сейчас тебе предстоит провести какое-то время с угрями. Впрочем, Сандрин объяснит тебе подробнее. Итак, правой рукой берешься за правую ручку, левой за левую ручку. Так? По-твоему, так будет удобно? Не очень. Ну вот. Вот так. Ни в коем случае нельзя выпускать их из рук. Если отпустишь, ты пленник. Что бы ни случилось, даже если почувствуешь, что не получается, стукнешь ногой в дверь и выйдешь, не выпуская их из рук. Ясно? Тебя ждет веселый тет-а-тет. Свидание. Ногой в дверь. Хорошо? Ногой в дверь? Ну, вперед. Так. Увидишь перед собой аквариум. Ключ на дне. Желаю удачи. Не отпускай ручки. Давай, Ален, давай. Давай, упирайся, Ален, упирайся, давай, вперед. Давай, Ален, давай. Если чувствует, что не дотягивается, надо... Отворачивай, отворачивай. Так, и снова в воду, снова в воду. Голову в воду. И надо забрать ключ. Голову в воду. Там, где рыбы. Есть, есть, хорошо. Паспорту? Есть, молодец. Победа! Только не Победа. Отпускай ручки. Прошу. Ален. Ален, ключ у тебя. Так, держи. Так и держи. Нет, держи, держи. Ну и как тебе поцелуй, такое свидание? Держи, держи в зубах. Как тебе лапзание с угрями? Очень мило. Как-как? Очень мило. Да с вами невозможно играть. Все отлично. Вас надо остановить. Сколько уже ключей? Четвертый ключ. Четвертый ключ. Молодец, Олег. Молодец. Не зря же он чемпион. Итак, за пятым. Да, молодец, вперед. Ален Лиетте, чемпион мира по карате в личном и командном зачете. Надо было опустить голову в воду, а руки тянули назад и еще отвинчивать зубами. Это довольно сложно, но у меня получилось. Скорее, скорее. Скажу прямо, вы начинаете действовать мне на нервы. Ну что вы? Вот ведь разбежались. Можешь подействовать мне на нервы, Аделина? Нет. Подействуй, подействуй. Знаешь, я редко видел, чтобы испытание с головой в воде проходило так быстро. Да, просто невероятно. Поразительно. Это абсолютный рекорд Форта. Да, просто скала. У него не было выбора. Не было выбора. Месье, вы хотите сказать, идите сюда, деваться некуда. Как только откроешь рот, тут же буду вызывать чуть что, сразу раз, и твоя очередь. Хорошо. Ты понял? Все ясно. Недавно у тебя был спуск, а сейчас своеобразный слалом по такому железному лабиринту. С огромной махиной. Это в общих чертах. Ты меня понял? Не такой огромный. Надо же. Да. Пожалуй, я не совсем правильно выразился. Ну, не настолько. Итак, ты согласен? Махиной, бац. Согласен, да? Что-нибудь добавишь или как? Нет, ты встряхнись. Да, а я буду давать тебе советы. Хорошо, давай, Жан-Люк, вперед. Давай, давай, давай. Давай, Жан-Люк. Вперед, давай. Итак, это совсем новое испытание в форте. Такой вот стержень, его надо провести по лабиринту. Давай, вперед, 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 вперед! Вперед. Нет, нет, начало не там. Ставь сбоку, вот так. Там много хитрых мест, которые надо пройти. Так. Тут маленькие дверки, тупики. Дверки обозначены другим цветом. Давай, 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 давай вперед, давай. Давай. Стержень очень-очень тяжелый. Опусти плечи, давай, ну, опусти давай. Плечи. Опусти плечи. Жан-Люк, плечи опусти. Да плечи опусти, ну. Осторожно, выходить нельзя, нельзя. Не выходи из этой Если штуки. Выйдешь, ты проиграл. Не выходи. Начинай сначала, все сначала. Нельзя выходить, нельзя. Не выходи. Не выходи из лабиринта. Надо побыстрее. Надо побыстрее. Вот он опять. Запомнил начало пути, теперь поточнее. Не так быстро. Нет, 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 нет. Нет, надо как раз побыстрее. Надо пройти. Давай направо.
Выше, выше, направо, по часовой стрелке, по часовой стрелке. Да-да-да, давай, давай. Звездочку крути по часовой стрелке. Вверх, гениально, направо. Давай, так, так, половина времени. Посередине. Осталось половина времени. Так, посередине, хорошо. Надо точно прицелиться. Дави всем телом. Да, он хорош. Всем телом дави, давай. Дави всем телом. Дави всем телом. Осторожно, ловушка. Осторожно, ловушка. Осторожно, ловушка. Осторожно. Так, теперь внимательно. Да. Давай, давай. Нет, 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 еще раз. Снова вниз. Нет, нет, нет. Опять вверх, вверх, направо. Направо, так. Направо, вниз. Понимаешь, очень быстро, и надо открыть проход. Надо открыть проход. Немного вверх. Вверх, вверх. Немного вверх. Сильнее. Как бы катапульта. Сильнее. Сильнее. Нет. Нет, 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 нет. У тебя точно есть выход. Присмотрись. Присмотрись. Время. Мало времени. Вниз, вниз, вниз. Вниз, да, да. Время, время. Стоп, стоп. Выходи, я выходи. Я же говорила. Я не понял. Надо было вниз. Я ничего прижимаем не слышал. Прижимаем дверцы, а потом вверх и отжать. И все. Значит, я делал не так. Да, не так, как надо. Ну ладно, ничего страшного. Совсем не так. Ничего страшного. У вас четыре ключа. Ты убегаешь по паспорту? Да куда же ты по паспорту? Что надо сделать? Вот так, вперед. 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 Так, паспорту, как дела? Пять ключей или четыре? Четыре. Так, очень хорошо, месье Жан-Франсуа. Прошу вас. Да. Вы отправитесь на вышку, вам туда, хорошо. Приготовьтесь снова проиграть, Аделина. Как нелюбезно. Пожалуйста, попрошу полной тишины, потому что сейчас я буду пытать Аделину. Отлично, я так и знала. Аделина, первый вопрос. В обычной жизни, дорогая Аделина, когда перед вами стена, как вы себя чувствуете? Нормально, очень спокойно, без всяких... Без всяких страхов? Да. А каким образом вы избегаете нежелательного скольжения? Ну, я как будто не скольжу. Так, как будто не скольжу. А там вообще-то, скользкая смотря поверхность. Вообще-то, смотря какое скольжение. Хорошо, сейчас мы увидим, как вы ответите на мой вопрос. Там внутри. Согласны? Куда же деваться? Итак, кто встанет у дверей? Ты? Перед тобой скользкая поверхность, Аделина. Так, тебе надо? Слушай, Алена, давай. Так, сначала надо присмотреться. Так. Прости, ты присмотрелась? Не спеши. Пусть посмотрит, где ключ. Так, сначала посмотри, где ключ. Увидела. Теперь надо оценить, какие там зацепки, определить, в каком направлении надо двигаться. Определи, куда будешь двигаться. Сориентируйся по зацепкам. Не спеши. Ей надо прыгнуть вправо. Так, хорошо, давай, хорошо, хорошо. Да, Аделина просто альпинистка. Хорошо, ближе к стене. Прижимайся к стене. Чем ближе к стене, тем лучше. Хорошо, ведь у нее есть время оценить, что делать дальше. Да. Хорошо. Гениально. Запросто. Со временем порядок, без проблем. Скажи, чтобы не беспокоило. Со временем порядок. Так. Да, да. Давай, давай, подтягивайся. Так. Невероятно. Давай, Аделина, хорошо. Да. Теперь давай вниз. Скользи. Хорошо. Гениально. Супер. Гениально. Ты альпинистка? Нет, немножко. Она такая, способная. Невероятно, просто замечательно. Значит, ты такая цепкая? Да. Да, сказала она. Хорошо. Цепкая, как человек-паук. Что же, ладно. Так, тут нужна сноровка и все. Паспорту? Надо признать, Аделина потрясающий верхолаз. Итак, пятый ключ. Я старалась. И не впустую. Так, пятый ключ, шестой, возможно, за Жаном Франсуа. Но это не наша забота, он там наверху.
Аделина, актриса, любит литературу, верховую езду и кино. Сначала я присмотрела, за что цепляться, а потом применила тактику, которую можно назвать тактикой лягушки, мелкими скачками. Так, так, Жан-Франсуа, только не говорите, что хотите отгадать вторую загадку. Мне так приятно снова встретиться с вами. Ладно, если внизу все хорошо, это не значит, что так и будет наверху. Попытка не пытка. Что ж, посмотрим, посмотрим. Слушайте, это... Времени печать, денежный и прочий знак, цена древнего рода, лицо целого народа. Что это такое? Я повторю. Так, деньги, монета, песо. Так, забвение, перемены. Денежный и прочий знак, цена древнего рода, лицо целого народа. Что это такое? Песо, лира... Крузейро, величие, благородство, корона. Так, 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 слишком поздно. Я победил. Это герб. Да, у каждого народа свой герб, боже ты мой. На монетах, печати, герб страны. Каждый древний род очень ценит свой фамильный герб. И так ключ, ключик, ступай в шкафчик. У вас такая хорошая команда, а ваш интеллектуал снова не на высоте. Может, нельзя отгадать? Нет, это не так. И к тому же на этот раз из моря ничего не выловишь, так что ключа вам не видать. Паспорту сколько ключей? 5. Итак, 5. Сейчас вернется интеллектуал, не знаю, как вы его встретите. Хорошо, встретим. Вот он, вот он, вот он. Браво, молодец. Не бейте его. Так, повернись к камере, пусть на тебя полюбуются. Встань туда. И нечего за меня прятаться, я тебе не щит, спасибо. Все было слишком быстро, я и подумать не успел, ну, конечно. Ну, конечно, конечно. Ален, тебя ждет великолепный танец с партнером-мужчиной. Танец силы, верх изящества и все такое, но ты не сможешь к нему прикоснуться, к счастью для тебя. Больше сказать ничего не могу, давай начинаем. Так. Тебе надо? Давай, Ален. Там кабистан. Лебедка. Лебедка. Вот это силач форта. Вставай на место, будешь толкать. Давай, давай, Ален, давай. Давай, 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 Ален, давай. Давай, упирайся в стену, ну, давай, давай, что ты? Давай, давай, сильнее упирайся, сильнее, Ален, ну. Все в твоих руках, что же ты? Ален, давай, 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 Ален. Ну что же он, почему не использует плечи? Еще раз, пробуй, пробуй. Так. Вперед, вперед, дави. Дави, дави, дави. Вся надежда на тебя. Мы все смотрим на тебя. Давай, скорее. Используй плечи. И не только плечи. Используй все, что можешь. Главное использовать. Используй. Нельзя терять время. Давай, 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 давай. Выпрями руки. Давай, ну что же ты? Давай, руки прямые, прямые. Ну что же ты? Почему он не выпрямит руки? Что, он с ума сошел? Руки прямые. Давай, 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 ну. Дави, дави, дави. Посмотри, как он это делает. Почему он не выпрямит руки? Так проще. Не знаю, что же у тебя руки согнулись. Давай, 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 ну что же ты? Еще немножко. Ален, давай, 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 давай. Еще немного, еще. Следите за временем. Ну почему так, он не давай, выпрямит давай, руки? Давай, давай, давай. Почему же ты руки-то не выпрямишь? Выпрямляй руки-то. Давай, 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 ну еще, еще. Время, хорошо, время, хорошо, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, у тебя получится. Еще одна попытка. Пробуй. Следите упирайся. За временем. Упирайся. Все в твоих руках, но время на исходе. Давай, 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 давай. Ну, 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 еще, еще. Пора выходить. Все, 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 все. Времени нет. Погоди, пусть на тебя посмотрят. Думаешь, сила ушла из рук, потому что перед этим окунул голову в аквариум с угрями? Даже не знаю, что ответить. И ты все-таки завел эту штуку за голову. Ну, я хотел как лучше, а получилось как всегда. Ну, ладно. У вас 5 ключей? Значит, отправляемся за... За 6-м. Как-то невесело. Голову повесили, а нельзя ли повеселее? Да все нормально, прорвемся. Да. Сколько ключей еще надо добыть? Еще 2. Тогда вперед.
Сразу видно, танец не получился. А где проигравший? Тебе смешно? Ладно, никто не понял. Итак, что же творится? Сюда! Опять эта дикарка. Это дикарка. Как я ее понимаю? На месте дикарки я тоже был бы рядом с вами. Так, Сандрин расскажет. Я слишком взволнован. Ты видишь, я буквально меня трясет. Надя, это новое испытание в форте. Ты попадаешь в машинное отделение форта, ты пристегнута к трубе, так и будешь продвигаться в наручниках. Поняла? Что-то придется отвинчивать, и тебе надо дойти до самого конца. В конце пути, это совсем рядом, ты опустишь руку в емкость со смазкой машинного отделения, заберешь ключ и вернешься. Но смотри, не забывай про время. Ты можешь стать пленницей, понятно? Ты не можешь вернуться в наручниках. Если задержишься, ты станешь пленницей. А этой рукой можно? Этой рукой будешь отворачивать. Отворачивать? Хорошо, да, когда приятно, будет нужно, да? Ясно? Давай. Давай, давай, давай. Нет, нет, нет. Надя, второй рукой продвигаешь кольцо наручников. Вот так, давай, Надя, скорее. Как можно скорее. Скорее, скорее, хорошо. А то станешь пленницей. Скорее, давай. Давай, вперед, вперед. Помогай себе другой рукой, чтобы продвигать кольцо. Продвигай кольцо другой рукой. Работай обеими руками, Надя. Вот так. Обе, все время на кольце, обе руки. Если не пройдешь быстрее, ты станешь пленницей в этом испытании. А здесь отворачивай. Отворачивай, отворачивай. А где Аделина? Здесь. Здесь. Давай, Аделина, скажи, что надо быстрее. Давай быстрее. Потому что тут... Ускорься. Давай быстрее. Обеими руками и побыстрее. Чтобы не стать пленницей. Давай скорее. Скорость прибавь, прибавь скорость. Не всегда обязательно отворачивать. Не всегда, не всегда обязательно, отворачивать. Сначала проверь. Проверь. Давай, давай, скорее. Так. Здесь не надо отворачивать, просто... Поверни. Да нет, поверни кольцо наручников. Поверни кольцо. Кольцо наручников. Что же она так? Вернись назад. Да, вот так. Хорошо. Не то, не то. Время. Поверни кольцо. Поверни кольцо. Что? Погодите. Кольцо. Кольцо наручников. Кольцо наручников. Да, да. Надо чуть-чуть повернуть. Вот так, так, так и поворачивай. Так, давай. Что же это такое? Да. Поверни кольцо. Поверни кольцо. Время уходит. Не все сразу. Поверни кольцо. Видишь? В кольце наручников небольшой разъем. Вот этим разъемом и поверни. Ты станешь пленницей. Поспеши. Давай скорее. Вверх? Да. Разъем направишь в эту штуку, в этот... в самый узкий проход. Время уходит, она станет пленницей. Как быть? Что можно сделать? Ничего, она застряла. Что делать? Надо повернуть. Снова вверх? Снова вверх. Я не вижу. У тебя разъем в кольце наручников. Поверни кольцо. Давай, давай, так, так. Она не видит. Надо пройти через разъем. Поверни, поверни. Слишком поздно. Все кончено. Она пленница. Конец. Ну ничего, у вас все-таки 5 ключей, да? Но Надя пленница, не очень красиво. Надя, остановись, слишком поздно, ты пленница. Ты влипла? Не все сразу, ты пленница. Поэтому ты попадешь в камеру к Лабулю. Так тебе будет веселее. Постараемся освободить тебя побыстрее, а мы продолжаем. Не знаю, какое у вас сейчас состояние духа, но я бы на вашем месте несколько обеспокоился, ведь вы проиграли 2 испытания подряд. Так, месье Себастьян, вы по всем статьям герой-любовник боевика. Так? Да. Так. Можете поразвлечься с этой присоской, вот и все, это ваше испытание. Что скажете?
Хорошо. Нет, это не все. Вот, поднимитесь туда, да, по этой лестнице, там люк. Войдете через него, как в дверь. Там своего рода сокровищница. А в конце ключ. Но вот что важно, можно наступать на любые предметы, на все, что увидите, но не касаться ногами пола. Как только опустите ногу на пол, затрещит звонок, и вы пленник. Не ронять ни один из предметов, на которые будете наступать. Передвигайтесь по ним, и как только доберетесь до ключа, цап, повернетесь тем же путем. Увидите, это не так трудно. Главное, не ронять предметы и не касаться ногами пола. Если так случится, будут два пленника. Так? Хорошо? Важно не поддаваться панике. Можно наделать глупостей. Это не в его духе. Так что без всякой паники. И обрати внимание, ты вернешься тем же путем. Да, той же дорогой. Той же дорогой. Обязательно. И до того, как истечет время. Стоит коснуться ногой пола. Внимание, за ключом. Поехали. И смотри, присоску берешь с собой. Да. Хорошо? Давай, вперед. Давай быстрее. Вперед. Без паники, Себастьян, хорошо? Когда позовут назад, сразу возвращайся и смотри, не упади. Так, вот так, хорошо. Давай, вперед. Давай, Себастьян, вперед. Присоску нельзя ронять. Нет, никогда. Вот здесь я хочу дать один совет. С нашей стороны главное без паники. Не кричать, потому что иначе он сам может впасть в панику. Команда будет подавать, Ален. Да, давай. Он увидел, где ключ. Смотри, не коснись ногой пола. Так, на первый предмет. Ты увидел, где ключ? Так, он в витрине. Так что снимешь крышку присоской и смотри, на пол не ногой. Попробуй закрыть сундук ногой. Закрой сундук ногой. Вот так и вперед. Так. Теперь на весы. Так. Осторожно. Если он что-то уронит или опустит ногу на пол, так, ничего не роняй. Затрещит звонок, и он пленник. Теперь на гамак. Давай на гамак, на гамак. Так. Гамак, это как вы понимаете. Осторожно, он неустойчивый. Да. Он ходит туда-сюда. Осторожно, не раскачивай его под собой. Хорошо. Хорошо, хорошо. Осторожно. Так, хорошо, качни. Отлично. Нет, нет, нет. Заложи как следует. Заложи как следует. Вот так, без паники. Все хорошо. Все хорошо, качай. Прижми всей поверхностью. Качай, качай. Осторожно снимай. Смотри, не урони присоску. Не урони присоску. Так, присоску забрать, да? Нет, нет, оставь. Присоску оставь. Все хочет унести. Ключ в зубах. Спокойно. Говорит Ален, так. Так. Давай, теперь возвращайся. Время есть. Время идет. Теперь чуть побыстрее. Не опускать ногу на пол. Не коснись ногой пола. Так, главное не коснуться пола. Не коснись ногой пола. Ключ в зубах, так, в зубах, чтобы не мешал, так. Время идет. Так, возвращайся. Давай, Себастьян. Времени все меньше. Ускорься, ускорься, ускорение. Скорее. Скорее, скорее. Скорее, давай, 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 хорошо. Давай, давай. Да, 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 да. Гениально. Есть, молодец. Осторожно, не упади. Замечательно. Молодец, Себастьян, молоток. Я бы тебя точно не удержала, но какая сила. И что ты вытворял руками? Мне понравилось. Они еще раз посмотрят, как это тебе понравится. Да, с удовольствием. Хорошего понемножку. Шестой ключ. Скажи, откуда такая цепкость? Какие-то специальные упражнения? Да нет, занимаюсь немного гимнастикой. Гимнастикой. Ну хорошо, за седьмым вперед. Давайте, давайте, вперед. Вперед за паспорту. Так, браво, Себастьян. Я был прав, что поверил в тебя. Шесть ключей, остался всего один, но... Ах, да, нет, Аделина. Ее похитили. Опять дикарка. Опять дикарка. Ясно.
Раз объявилась дикарка, она снова предложит вам, ну, это на благое дело, заработаете монету, у вас их уже 64, если я правильно запомнил. Так, очень хорошо. Они уже готовы. Она показывает кошельки. Так, показывает монету, у которой обратная сторона белая, и сейчас все начнется снова. Аделина сделает свой выбор. Она выбирает с края, дикарка переворачивает. Удачный выбор. Две. Еще две монеты. Так. Они продолжают. Дикарке палец в рот не клади. С ней надо быть поосторожнее. Такая шустрая. Впрочем, Аделина тоже не промах. Есть. Четыре монеты. Что она будет продолжать делать? Да, 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 конечно, конечно. Чтобы заработать больше монет, надо продолжить. Само собой, остается всего 7 золотых. Да. Так, хорошо. По-моему, мимо. Надо же, проиграла. Значит, дикарка шустрее. Такая любезная. Да, она шустра, но Аделина, посмотри, как она мила, это дикарка. Молчу, молчу, молчу. Хорошо. А то я превращусь Ладно. В дикарку. Супер дикарку. Итак, Ален. Мы приготовили для тебя портреты твоих предков. В общем, зал замка со стражником, с портретами лихих героев, таких героев, как ты сам, там пираты, корсары, такие же лихие парни, как ты. Только тебе придется их убивать. Вот такое дело, понимаешь ли. Будешь бросать стилет вот так, вжик, и значит... К тому же это совсем новое испытание. Так, да, давай. Да, я снова покажу тебе все. Так, смотри. Очень Поворот. Элегантно. Раз. Клипсидра. Жан-Франсуа, встань у двери и будешь подсказывать. Итак, я сейчас все объясню. Как сказал Патрис, стилетом надо поразить. Пират показывает ему, что надо целиться портреты пиратов, которые висят на стене. Не спеши. Итак, чтобы получить ключ, надо обязательно вонзить стилет в портрет. Есть. Пока что ключа нет, не тот портрет. Спокойно. Нет. Спокойно. А пират умирает от смеха. Слишком сильно бросаешь. Слишком сильно, понял? А вот и ключ. Есть, отлично. Да. Ну ты молоток. Отлично. Просто гениально. В таких случаях я всегда волнуюсь, потому что... А у вас есть песня, что-нибудь, чем отметить седьмой ключ? Да, да, у Жан-Франсуа есть одна песня. Давай, давай. Детям щедро помогай, давай, помогай. Мадемуазель, вы чудо, газель. Вечером вернется муж, скажет, я зайчик. Тяпнет за пальчик, а этот муж объелся груш. Давай, давай, детям щедро помогай. Итак, вот седьмой ключ, что это значит? Что сможете попасть в сокровищницу, что вы, разумеется, попадете в зал совета, но не забывайте, что Надя пленница, и, следовательно, ее надо освободить. Освободить. Седьмой ключ, паспорту, все в порядке, вперед. Нет, ну лихо ты, а? Да, это тигры. Знаете, что я вам сейчас скажу? Слушайте внимательно. Стоит одному вырваться на волю, и форт опустеет. Вот так. Стоит одному только вырваться? И форт опустеет. Жан-Франсуа, не понимаю, почему вы здесь, а не у старцев ура, и петь надо было «Наде свободу, наде свободу». «Наде свободу». Ладно. Что ж, так или иначе, советую вам вызволить ее, потому что в камере не очень приятно, а тюремщик еще неприятнее. Его зовут Лабуль. Лабуль! 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 На помощь, сюда! А вот и Надя. Надя! Давайте, проходите. Здесь плохо. Как я и говорил. Не так далеко, Аделина, вернись назад. Надя, освобождаем Надю, прошу вас, Жан-Франсуа. Освобождение Нади зависит от крысы определенного цвета и от месье, которого зовут Ратман. Войдите. Еще чуть-чуть. Надя, перед вами две крысы, белые и черные, или скорее коричневые. Выберите одну. Выбирайте, какая. Белая.
Вот это. Белое, а цвет красный или черный? Черный. Вы будете освобождены, если белое войдет в черную норку. Прошу вас. В черную! В черную! В черную! Надя, вы свободны. Команда в полном составе. Не увлекайся, Жан-Франсуа, не увлекайся. Аделина, пожалуйста. Да? Оставьте крысу в покое. У нас еще много всего впереди. Вы окажетесь в таком месте, где не намного веселее, чем в камере. Игра продолжается. Страхи, ужасы, возможно, золотые монеты. Ну что ж, вступайте. Веди нас, Лабуль. Вперед за Лабулем. Идем за Лабулем. Встань сюда, сюда. Итак, здесь вы охотники за временем. Как вы на меня смотрите? Почувствовали тайну? Пойдете туда без меня. Я ничем не смогу помочь. Одно могу сказать. Вы можете выиграть время, капитан, для сокровищницы. Вы поняли? Мастера игры, приготовьтесь к встрече с охотниками за временем. Первый охотник за временем. Ну вот, вперед, нагнись, осторожнее. Осторожнее! Лабуль! Нельзя же так! На свет, Жан-Люк, на свет. Прошу отступить. Вот так. Осмотрись. Красиво, да? Да. Они все играют против тебя. Я высыпаю в эту воронку шарики, они символизируют 1,5 минуты, которые в любом случае будут у вас на сокровищнице. Остальное время вы будете зарабатывать здесь, в трудных поединках. Это понятно. Итак, первый поединок. Начали. Перед тобой палочки. За один раз можно взять 1, 2 или 3. Мастер игры будет делать то же самое. Главное, Жан-Люк, не остаться с последней. Надо думать и рассчитывать. Играй. 1, 2 или 3 за один раз. Переигрывать нельзя. Что сделано, то сделано. Озадачен? Ну, играй. Мастер игры оставил тебя последнюю. 25 секунд испаряются, как ты испаряешься из зала совета. Выходи. Второй охотник за временем. Давай, Надя. Надя, пройдите, пожалуйста, на свет. Сразу хочу вас обрадовать, на свет. Чуть назад, вот так. Должен сказать, у вас уже одно поражение. Команда не заработала времени. Теперь ваш поединок. Прошу вас, Надя. Мастер игры. Мастер игры устанавливает обруч, в который вы просунете руку. Рука прямая, сжата в кулак. Он будет давить на кулак, а когда уберет руку, ни в коем случае не касаться обруча, чтобы не уронить шарик. Итак, руку в обруч. Надя. Так, заняли удобную позицию, рука прямая, мастер игры готов. Надя тоже. Отпускайте. Жаль. Рефлекс. Выходите. Сюда. Третий охотник за временем. Жан-Франсуа, твоя очередь. Кошелек оставишь? Да. Потом верну. На свет, Жан-Франсуа, на свет. Пока что плохо ваше дело.
Два предыдущих поединка проиграны, надо добавить еще хотя бы 25 секунд к минуте с половиной, Жан-Франсуа. Вот ваш поединок. Вы подожжете, как вам показывает мастер игры, эту бумажку. Вы уже поняли, ее ни за что нельзя бросать. Во всяком случае, раньше мастера игры. Вы бросили ее, Жан-Франсуа. Так можно поджечь зал совета. Надеюсь, все обойдется. Нет, плохо дело. Да, да, совсем плохо. Да, мое облачение. Спасибо. Вы проиграли. Еще один проигрыш. Четвертый охотник за временем. Ален. Вперед. Прошу, Лабуль. Ален, пройдите на свет. Положение тяжелое. Ни один из ваших товарищей не выиграл свой поединок. Вы не добавили ни секунды к вашим начальным минуте с половиной. Вот ваш поединок. Натянутый тросик. Это граница. Два груза. Один вам, другой мастеру игры. Вытяните руку над тросиком. Рука прямая, пожалуйста. Рука прямая. Совершенно прямая. Вот так. Ни в коем случае не бросать и не задевать тросик. Конечно, нужна сила, а еще настрой, воля. Оба рядом. Он коснулся раньше вас. Наконец-то выигрыш, Ален. Высыпайте шарики в часы, а не перед вами. Теперь для сокровищницы у вас минута 55 секунд. Браво! Выходите. Пятый поединок. Себастьян? Поаккуратнее. Себастьян, пожалуйте. Объявляю вам, отступите, пожалуйста, на свет, чтобы вас видели вот так. Объявляю вам, что выигран только один поединок. Так что для сокровищницы у вас минута 55 секунд. Ваш поединок как будто просто, но это не так. Мастер игры насадит гвоздь. Будете забивать по очереди, тот, кто нанесет последний удар, выиграл. Первая попытка в пользу мастера игры, вторая попытка. Вы проиграли, Себастьян. Выходите. Плохо дело. Ох, плохо дело. Последний. Охотник за временем. Давай, капитан, удачи. Спасибо. Вперед. Аделина, пройдите на свет. Пока что хорошего мало, и ваши партнеры отнюдь не блеснули в этом испытании. Не может быть. Выигран только один поединок, и на сокровищницу у вас минута 55 секунд, а это очень мало. Ваш поединок. Вы видите черные, белые и красные шарики, я покажу на 10 секунд нужную последовательность, и вы постараетесь воспроизвести ее в этом направлении. И если вам удастся победить мастера игры, вы уйдете с дополнительным временем. Прошу.
Так, давайте, Аделина, заканчивайте. Вы расходитесь уже в первой позиции. Почему так? Так. На сей раз мастер игры грубо ошибся. Браво. Высыпайте это в часы. Это означает, что теперь, после двух побед, Аделина, вы все-таки заработали на сокровищницу 2 минуты 20 секунд. Спасибо за ваше здоровье. Мастера игры, я пью за вашу победу. Вот, Аделина, ваш капитан возвращается, она снова со своей командой. Ну что, сколько выиграли? Я выиграла 25 секунд. И Ален тоже, всего 50 секунд. Не больше? Это точно? Ладно, Патрис уточнит. Вперед, к сокровищнице. Надо вставить 7 ключей. Сандрин. Да? Маленькая остановка. Вы перед сокровищницей, но еще не в ней. Выиграны только 2 поединка, все остальные проиграны. Сюда, сюда, скорее, скорее. Что же, забудем об этом. Будем считать, что все еще впереди, и ключи в замках символически отражают тот факт, что вы успешно прошли всю первую часть игры. Так, вставляйте эти ключи. Вставляйте ключи. В замки, прошу вас. Жан-Франсуа оставляет свой ключ и отправляется с постамом к старцу Фура. А еще я попрошу Надю, если Надя это вы, так, очаровательная, прошу вас пойти и подготовиться ко второму приключению, потому что первое – это приключение интеллектуала, отправляйтесь, хорошо. Вы готовы продолжить? Да. Чтобы найти много подсказок, слово «шифр» и получить кучу денег? Да. У вас горят глаза, Сандрин, великолепно. Спасибо, Патрис. Когда этот интеллектуал... Спасибо, Сандрин, когда этот... Спасибо, Сандрин. Когда этот интеллектуал вообще поднимает голову, ибо дух нисходит свыше. Хорошо, держитесь, хвалю. Хвалю за такую решимость. 3 определения. На каждое по 10 секунд, слушайте, в моей первой подсказке живут припеваючи. Мечта, рай, сон. Да. Моя первая подсказка может быть неприступной. Мощь, величие. А еще, еще в большом количестве моя первая подсказка встречается в районе Бордо. Виноградники? Вино, Бордо, устрицы, раковины, еще мельницы. Так, 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 слишком поздно. Вы остались без первой подсказки. Правильная подсказка – замок. Идите к своим друзьям. Жан-Франсуа Даро, бывший тренер сборной Югославии по велоспорту. Старец Фура – большой ребенок с поразительным воображением. Я немного волновался и поэтому не сумел разгадать его загадки. Но это была удивительная встреча. Вы часто теряете голову, Надя? Нет, во всяком случае, голова обычно на месте. Да, голова у вас на плечах, на месте. Если Сандрин меня слышит, я хотел бы сообщить, что надо послать Алену и Аделину подготовиться к очередному испытанию. Думаю, она меня услышала, и так они в пути. Сюда. Так, так, все хорошо. Надя, по-моему, вы поняли, что надо делать или не очень? Да, в общем, понятно. Так, во всяком случае, вы знаете, как передвигаться. Да, это понятно. С помощью рук, в этом странном кресле, которое движется вперед. Будете проезжать через секции. Не буду говорить, что в них, сами сейчас увидите. Во всяком случае, там слова, и вы их будете громко выкрикивать, чтобы ваши товарищи перечеркнули их на черной доске, которая перед нами. И перед нами, и перед ними. У них там 6 слов, вы найдете 5, они их вычеркнут, а то, что останется, и есть настоящая подсказка. Ясно? Понятно. Как только вы попадаете в секцию, надо сосредоточиться, слово внутри, так что надо смотреть. Все это требует очень большого напряжения, и потом будут всякие неожиданности. Я постараюсь. Хорошо. Но не надо падать духом, Надя. Вы готовы? Да. Как сказал Патрис, она сама ведет свое кресло и въезжает в инкубатор, где надо... Смотри слово, смотри слово! Ищи слово, оно справа. Ищи слово, оно в бутылке, в бутылке.
Она идет слишком быстро. В бутылке. Дуэт. Что? Дуэт, дуэт. Так, дуэт. Теперь второе слово. По-моему, ее преследует лягушка. Так, так, смотри. Смотри. Пусть не спешит, надо присмотреться. Давай, давай. Дуй, дуй. 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 Лист. 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 Дуй лист. Дуй лист. Дюна. Дюна. Дюна, Дюна. Хорошо. Давай, продолжай. Какая гадость. Тараканы. Ужас. Смотри внимательно. Надо пить через трубочку. Пей через трубочку. Пей, пей, через трубочку. Пей. Жидкость в себя. Глотай, в себя. Глотай, все в себя, глотай, глотай. Единственное решение. Глотай, глотай. Нет, ничего, так тоже можно. Выдувай. В себя и выплюни. Или глотай. Она проглотила? Глотай, глотай, все в себя. Дюшес. 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 Остается только два, так что который остается и будет. Ой, какой ужас. Мухи, целый рой. Да, надо дуть. Дуй, дуй, дуй. Дуй. Ну дуй, что же ты? Подуй на него. Дуй. Пусть она... Дуй, дуй. Дурман. Что? Не понял. Дурман. Ага, дурман. Дурман. Хорошо. Хорошо, Надя. Итак, вам удалось найти подсказку от старца Фура? Нет, но если подумать, может и удастся. Нет, если не знаешь. Нет. Раз нет, значит нет. Итак, первая подсказка это... Дульсинея. Дульсинея. Дульсинея, женщина, так, Дон Кихот. Так, еще. Санчо Панса. Так. Испания, замок. Хорошо. Вам не кажется, что лучше сразу отправиться к второй подсказке? Да. Дульсинея. И продолжайте думать над первой подсказкой, которую не получили. Вперед, паспорту. Надя Дюмон, шестое место на чемпионате мира по карате. Голова искательницы, это просто ужас. К тому же еще надо было что-то пить. Такая отталкивающая жидкость. Сначала я выдувала, потом все-таки выпила. Ужасно противно. Это действительно ужасно. За этой подсказкой вам придется отправиться в море. Сначала вы будете стремительно спускаться вниз, потом вплавь доберетесь до парусника. Один из вас, наверное, Ален, влезет на мачту, сбросит вниз подсказку, а ты, Аделина, сообщишь ее вашим товарищам. Понятно? Все просто. Не волнуешься? Не страшно? Только в смысле холода. Да, вода не теплая. Ну, идите, готовьтесь. Давай, Ален. Идите, идите, поживее. Под барабанную дробь? Пожалуй. Давайте, ее надо найти. Готовься. Себастьян, тебе надо отправиться с поставом на следующее... На следующее приключение, Себастьян, давай. А где Надя? Готовы? Вы готовы? Вы готовы? Нет, 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 нет. Вы готовы? Я дам сигнал только тогда, когда вы будете готовы. Как, Аделина? Готовы? Готовы? Последний совет. Учтите, там перед парусником очень сильное течение. Да-да. Готовы, Аделина? Да, давайте. Давайте. Вперед! Какое погружение! Давай, плыви, плыви. Да, надо быстрее доплыть до парусника, потому что течение очень сильное. Да, тут надо выложиться. Да. Если не выйдут вперед, их отнесет. Да. Давай, давай, вперед, плыви. Аделине трудно. Да.
Видите, как они работают ногами? Да, ты да. видишь? Да. Надо плыть вперед. Да, да. Потому что тут надо делать поправку на течение. Да. Так их вынесет они прямо на пальцы. Рядом. Все хорошо, есть. Так. Что случилось? Боюсь, что я ошиблась одним словом. Как же так, Надя? Я увидела первые две буквы и сказала наугад. То есть первые две буквы, а дальше неотчетливо. Первые две отчетливо, а дальше не очень. Значит, никакой уверенности, что правильная подсказка. Никакой. Было шесть слов. Погодите, сделаем так. Забудем это слово и будем ориентироваться на то, какое да будет Алене Аделина, если у них получится. Я на это надеюсь. Ведь Ален уже... Да, вот наверху. Он уже у цели. И сбросит сверху цилиндр с запиской. Да, Аделине. Так, Аделина на борту. По-моему, эту подсказку вы получите. И я хочу дать вам один совет. Поскольку у вас было немного... Так, нет, подожди. Шесть был. Забудь. Раз вам не повезло с выбором нужной подсказки на доске, значит, надо совсем отказаться от этих слов. Совсем? Возьмем новую подсказку, хорошо? Так что мы сейчас посмотрим, что там у них. Так. Аделина сообщит нам, выкрикнет эту подсказку. Сейчас мы подождем, подождем. Так, Аделина. Так, она нам крикнет через мегафон. Так, давай. Рэмбо! Повтори, повтори. Рэмбо! Рэмбо, Рэмбо, Рэмбо. Так, время у нас есть, переходим к новому приключению. Будем считать, что это первая подсказка. Хорошо. Рэмбо. Живо, живо. Итак, что тут происходит? Ага, это новое приключение Форти. Оно начинается через несколько секунд. Попрошу тебя пойти подготовиться, потому что последнее приключение твое. Поняла? Да. Согласна? Давай. Хорошо. А теперь послушаем нашего драгоценного Патриса. Себастьян, тебе очень повезло. Ты откроешь новые испытания, новые приключения вместе с телезрителями. Ты совершишь изумительную прогулку в море, можно так сказать, и все это ради подсказки. И как это будет? Будешь передвигаться с помощью рук в этой своеобразной машине. Конечно, мореходу это положение не очень подходит, но тут все продумано, и эта позиция должна быть достаточно эффективной. И так будешь продвигаться до конца, используя веревки, будешь раскачиваться, подтягиваться вперед, 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 пока не приблизишься к этому небольшому сосуду, глиняному горшку, и разобьешь его этой палкой, согласен? И тут каким-то образом появится подсказка, вот что важно. Вот, увидишь, у тебя тут ручка, если вдруг не сможешь дотянуться до горшка, дернешь за ручку, и тогда все получится. Сейчас я опущу тебя в исходное положение, ты готов? И все это ради подсказки, не будем забывать. Я готов. Тогда начнем. С этой цепью не так-то просто управиться. Вперед. Так. Давай, Себастьян. Давай, Себастьян, давай, давай, давай. Так, вот так. Используя веревки с каждой стороны. Давай, Себастьян. Хорошо. Надо пройти вперед до конца. Давай, 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 Себастьян, давай. Так. Вперед, отлично. Давай. Хорошо, хорошо. Прекрасно. Давай, 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 давай. Так, Себастьян. Вперед, вперед, хорошо, хорошо. Отлично. Еще, 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 еще. Хорошо, вперед. А сейчас, чтобы тебе удалось разбить горшок, необходимо. Да, отцепиться вот так. Отпусти веревку. Отпусти веревку. Так, отпусти веревку. Отпусти. Так, отпускай, нет, нет, отпускай. Нет, 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 так не пойдет, нет. Так ты отходишь назад. Попробуй ухватить вторую, чтобы продвинуться немного вперед. Давай вперед. Продвинься немного вперед. Немного вперед, да. Давай, давай. Вы очень любезны. Да. Вы вообще молодцы, постарайся. Погодите, погодите. Развернись как надо. И нанеси удар. Давай. Прицелься.
Давай, бей, еще, вперед, вперед. Так, хорошо, сильнее. Еще сильнее. Бей сильнее. Сильнее? Тяжело? Давай, давай, еще. Давай, Себастьян, его надо разбить. Давай, 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 давай. Раскачивайся, давай. Надо качнуться. Себастьян, давай, качнись, ну. Есть. Смотри, Себастьян, подсказка теперь над тобой. Прямо над тобой, такой цилиндр. А как мне его достать? Подтянись вверх. Подтянись, давай. Себастьян. Есть, есть, ну, давай. Хорошо. Молодец, гениально. Браво, брависсимо. Так, теперь развинти цилиндр. И не урони заветное слово. Да уж. И прочти. Не уроню. Тротуар. Итак, тротуар, Рэмбо, Жан-Франсуа. Что еще приходит тебе в голову? Тротуар, улица, проститутка, панель, выйти на панель. Ладно, вот что я предлагаю. Отправимся к Наде, она готовится к следующему приключению, и там получим третью подсказку. Вперед. Хорошо. А Паспарту умирает от смеха. Давай, давай, Паспарту, давай. Себастьян, как ты там, живой? Да порядок. Надя, одно слово, и я прыгну вместе с вами. Согласна. Но у меня нет снаряжения, сожалею. Итак, Надя, вы прыгнете за следующей подсказкой. Команде она просто необходима. Совершите прыжок. У вас уже были такие прыжки, да? Страшновато, конечно, но я попробую. Все будет хорошо. Просто, как только окажетесь внизу, перейдите в сидячее положение, и в черной муфте вас ждет подсказка. Хорошо? Давайте, Надя, поднимайтесь. Так, поднимайтесь. Все сюда. Аделина, Ален. Он ее готовит. Поскорее. Высоковато. Все в порядке, Надя? Да, все как надо. Ничего, это последнее приключение. Все в порядке. Не откажешься? Теперь, по-моему, отступать уже поздно. Надо добыть слово. Да, это самое главное. Не поминайте лихом. Ты уже так прыгала? Нет, никогда. Ну вот, у тебя большая премьера, да? Слушай внимательно все, что тебе говорит этот молодой человек. Итак, Надя, первым делом откиньте голову назад, ладно? Назад? Голову назад, руки разведете в стороны. И когда будете прыгать, прыгнитесь. А ноги? Как хотите. Ноги. Как хотите. Итак, руки в стороны, потом повиснете вниз головой, и надо будет подтянуться вверх. Хорошо? Руки в стороны. Отлично. Вот так? Да. Хорошо. Ну что? Да, прекрасно. Вы меня поняли. Так, Надя, давай, хорошо? Сейчас прыгнет. Гениально! Вот это да! Подтянись, Надя, там слово. Видели, какой полет? И сразу сгруппировалась. Великолепно. Здорово, ну просто здорово. Так, смотрите, смотрите, она у цели. Так, теперь надо внимательно слушать. Слушаем внимательно. Муха! Что? Муха! 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 Рэмбо, тротуар, муха. Живо, живо, думайте. Тротуар, Рэмбо, муха. Выйти на панель, Рэмбо, под мухой. Ладно, соображений пока маловато, поэтому отправляемся к сокровищнице и будем разбираться на месте. Вперед, скорее, скорее. Скорее, скорее. Так, 2.20 на сокровищницу, это не бог ведь что, Сандрин, вперед. Так, какие у нас прежде всего подсказки? Так, Рэмбо. Так, еще что? Тротуар. Тротуар. Муха. Какие соображения? Под мухой корабль муха, считать мух, мухи не обидит. Так, вы пойдете на жертву, да или да, нет? Да, да. Живо, кто будет жертвой? Я. Жан-Франсуа. Жан-Франсуа, жертва. Так, живо, живо, живо.
Рыбная ловля. Корабль. Корабль, так. Сейчас вы уверены? Так, да. Итак, как вы распределитесь? КОРАБЛ, мягкий знак. Так, КОРАБ, КОРАБЛ, мягкий знак и два ядра. И два ядра, два. Главное, четкость. Как только выложите слово, поднимите руку, времени мало, не теряйте его в сокровищнице, ясно? Ясно. Удачи. Так, так, давай, давай, ядро, ядро, так, давай. Так, сюда. Так, годится. Так. Туда, туда, Себастьян. К, О, Р, А, Б, Л. Мягкий знак. Филиндра голову тигра. Давайте побыстрее. Вы успеете не один раз. Но времени немного. Не теряйте. Живо, живо. Время, время! Скорее, скорее! Живо, 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 живо! Скорее, скорее, скорее! На выход! Ну вот. Подсказки оказались не такими простыми. Сейчас я все объясню, но думаю, вы и сами обо всем догадались. Слово «дурман» вычеркнули по ошибке из списка. Прокатить на корабле означает обмануть. Вот вам и обман, дурман. Рэмбо, автор знаменитого стихотворения «Пьяный корабль», тротуар, корабль – это выемка в тротуаре для въезда машин, муха – корабль, муха – это прогулочный корабль, ну а рыбная ловля внесла полную ясность. Теперь посмотрим, что тут произошло. По-моему, вы допустили небольшую ошибку, совсем небольшую, но, может, я ошибаюсь. Вы избрали свою тактику, так или иначе. Большое спасибо. Во всяком случае, было весело. Спасибо, все было хорошо. Чувствуете, наконец, облегчение или как? Да. Торжественный миг? Да, очень торжественный. Я к старцу Фура расскажу про ваш успех. Всем спасибо. 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 Паспорту постам, пожалуйста. Ответственный момент, взвешивание. Итак, все посмотрим туда. 76 660 франков, да, потрясающе. Да, отлично. Вот это да. А какое было напряжение? Аделина с квадратными глазами. Боже, что-то там будет. Аделина, иди сюда. Я очень довольна. Надо напомнить, что вы выиграли в пользу организации «Помоги детям». Вы уже думали, на что именно пойдут деньги, которые вы сейчас выиграли. Теперь можно будет открыть дополнительные дела. Возможно, также удастся открыть новую телефонную линию. Она очень дорогая, потому что это горячая линия. И она стоит в два раза дороже, чем обычный номер. И потом мы сможем помочь детям, которые в этом нуждаются. Нанять для них психологов, адвокатов и прочее. Ты очень взволнована? Да, потому что думая обо всех детях, о которых надо заботиться. Это здорово, что мы можем им помочь. Во всяком случае, твоя команда хорошо поработала. Замечательная команда, замечательная. Ну что же, берите, забирайте монеты. Помогите мне, ребята. Для организации «Помоги детям». Для всех детей. Так, а теперь смотрим туда. Поприветствуем детей. Вперед! Ну и ну.
Я, который меня не признает, меня задевает. Я, который меня не любит, меня унижает. Ну-ну, верните мою книжку, она моя. Буквально на каждом шагу я. Этих я у вас на языке больше, чем песчинок на морском пляже. Я так и думал, сплошные я. Сплошные я. Вы в своем духе. Запишите, запишите сейчас свою книжку, когда мы снова обретем, погодите, возможность делить нашу жизнь. Слишком быстро. Да, быстрее, да, между я, мы все вместе. Весь миру достоится, наконец, высокого звания человечества. Это совет дня? Да, человечество с большой буквы. Любезный мой Патрис, это совет дня? Да, это совет дня. Так это совет? Совет, совет, давайте, пишите. Так, старец Фурам. Канал Франс 2 представил вам программу «Ключи от Форта Бояр». Обитатели форта – Ян Легак, Жиль Артур, Андре Буше, Жеральдин Бояр, Элоиз Брюне и другие. Композитор Поль Кулак, режиссер Дидье Фрели. Программа озвучена телекомпанией НТВ. Режиссер Татьяна Маслова, звукорежиссер Андрей Чувилин, перевод Анатолия Беляева, текст читали актеры Марина Дюжева и Андрей Ярославцев.